приветствую вас на канале Монах ТВ. Много писали комментариев, чтобы я попробовал приготовить нут со свининой, с овощами. Вот я его и приготовил. 8 банок его получилось. Хорошо, что я не купил 2 килограмма нута, а то бы точно не уложился. В конце видео будет дегустация. Откроем одну баночку, попробуем. Ну а сейчас сам процесс приготовления. 800 грамм нута хорошенько промыли и залили водой, оставив на ночь. Даже получилось, наверное, часов 10. Сейчас воду сольем и будем добавлять туда остальные ингредиенты. Воду слил, взвесил, получилось его кило 800. Добавляем сюда мясо. У меня свинина, я нарезал его такими небольшими кусочками, меньше, чем на тушенку. Мясо здесь ровно килограмм. Добавляю поджарку. Она еще горячая. Лук, нарезанный полукольцами. Морковь, натертая на крупной терке. Все это обжаривалось до золотистого цвета на растительном масле. Добавляем соль и перец по вкусу. Ну, соль примерно грамм 27-30. Здесь на этот объем у меня пойдет. Ну, а вот перец-то, конечно, по вкусу. Ну и все это хорошенько перемешиваем. Ну, вот так вот это все выглядит после тщательного перемешивания. Теперь все это раскладываем по банкам, плотно набивая по плечике. Восемь банок у нас получилось. В этот раз никакой лаврушки не кладу, никаких душистых перцев. Вот прям не хочется туда почему-то. Заливаем все банки по плечике водой. Ну и закатываем крышками. Крышки предварительно заливаем кипятком, секунд на 30 минимум, чтобы уплотнительное кольцо размякло и плотнее прилегло к горловине банки. Ну и чтобы всякая грязь ушла с крышек, которая поналипла на них при производстве. Закладываем банки в кассету. Кассету загружаем в автоклав и ставим на огонь. Добавляю 1-2 чайных ложки лимонной кислоты и заполняю бак водой. Заливаем воду, сантиметра 3-4, не доходя до горловины кастрюли. Это независимо от того, сколько банок заложено в кассете. Хоть даже одна баночка будет, все равно нужно так наливать, чтобы температура показывалась корректно. Закручиваем крышку и ставим на разогрев.
Кстати, воду я частенько наливаю градусов 40-50, чтобы и давление было меньше, и нагрев был быстрее. Доводим температуру до 120 градусов и выдерживаем в течение 40 минут. Ну вот, выдержали температуру 120 градусов в течение 40 минут. Отключаем нагрев и даем автоклаву остыть до комнатной температуры, ну или хотя бы до 30-40 градусов. Делаем контрольный спуск давления. Открываем крышку и вытаскиваем кассету. Чуть-чуть отдаленно напоминает гороховую кашу, но нет, не горох точно. Такой какой-то странный горох и орех как будто какой-то. Может, у меня уже глюки. Ладно, будем пробовать. Ощущение такое, что нут жесткий. Ну, не знаю. Он целый, не разварился. Трогаю прям, как будто жесткий. Когда переложил в тарелку, такой пошел запах вкусного тушеного мяса. Надо пробовать. Нифига не жесткий. Блин, вкусный. Вообще неожиданно. Ну-ка. Огонь. Он реально на вид, вот когда даже вилкой, когда трогаешь его, он такое ощущение, что он прям жесткий. Но просто тает во рту, реально. Форму держит, а так очень мягкий. Прикольно. Точно не гороховая каша, однозначно. Вкус абсолютно другой. Но я, в принципе, ел плов с добавлением нута. Так тоже. Ничего, понравился. И еще Денис делал нут для рыбалки. Тоже в автоклаве готовил, где мы наловили офигительных сазанчиков. И в этом мой опыт работы с нутом в качестве продукта был ограничен. Спасибо всем тем, кто советовал вот этот рецепт. Однозначно пойдет в копилку рецептов приготовления в автоклаве. Буду готовить обязательно. Очень понравился. И перчика я добавил
прям идеально. Такой чуть-чуть такая острота, приятная. Не жгучесть, а вот именно такая вот пикантность. Мне это прикольно. Такой неожиданно интересный рецепт. Хотя принцип-то один и тот же, вот как я готовил фасоль, также со свининой. Вот, кстати, под этим видео с фасолью-то мне и писали про этот рецепт, типа, попробуй также с нутом. Но я как-то так думал, честно скажу, думал, не понравится. Приятно удивлен. Вообще не горох. Хотел бы я приготовить его с томатом, ну фиг знает. Даже не могу представить его. Хотя, может быть, с томатом мне все заходит. Надо было попробовать хотя бы одну баночку сделать. Но умные мысля приходят опосля, как всегда. Прикольная тема. Ну и спасибо за просмотр данного видео. Делитесь им со своими друзьями. Подписывайтесь на канал, будет много всего интересного. Но это те, кто не подписан. Кто подписан и так, все прекрасно все знают. Всем приятного аппетита. Всем пока.